Самолет Ту-204 при посадке в аэропорту Внуково выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате произошло частичное разрушение самолета и возгорание правого двигателя. В первые же минуты, благодаря оперативным действиям пожарных спасателей, пожар был ликвидирован. В зоне происшествия работает оперативная группа «Центра Лидер». Группировка МЧС России на данный момент времени составляет 124 человека и 12 единиц техники. На борту было 8 человек экипажа. По предварительным данным, 3 человека погибли, остальные спасены.